так родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. Весь мир у нас в руках, мы звезды континента, рассеял бог и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, хелло. А вы скорее любите нас. Вам круто, повезло. Ну-ка, все вместе. Уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Открыли нашу концертную программу заслуженная артистка Республики Дагестан Юлдуз Топаева и вокальный ансамбль «Жемчужина». Сегодня ваш праздник, ребята. Сидите огромной земли, друг к другу спешат с поздравлением. Желаю здоровья, любви. И мы вам, родные, желаем, простите и радуйте нас. Пусть будутся ваши желания, и мир будет добрым для вас. Мы, взрослые, вам обещаем во всем помогать, защищать. И в сердце, надеясь, мечтаем счастливыми вас воспитать. Здравствуйте, девчонки! Салам алейкум, мальчишки! Ребята, первый заместитель главы городского округа города Кисамьюж Ахмедов Кадыр Атавович хочет поздравить наше подрастающее поколение с этим прекрасным праздником. Кадыр Атавович, вам слово. Сегодня первый день летних каникул у нас ознаменован замечательным событием. Мы отмечаем Международный день защиты детей. Разрешите меня от имени главы города, городского собрания депутатов, актива города приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии и зачитать приветствие главы. Сегодняшний праздник – это напоминание нам, взрослым, о необходимости обеспечить всем ребятам беззаботную жизнь в нашем родном городе. О важности беззаветно любить наших детей, делать их счастливыми. Никто, кроме нас, этого для нас не может помочь детям, кроме нас. За нашими детьми будущее нашего города. И именно поэтому важно, чтобы оно строилось на принципах заботы, любви и доброты. Сегодня в нашем городе созданы хорошие условия для обучения. Городское управление образования за несколько лет признано лучшим в республике. Уже на протяжении многих лет подряд. Для раскрытия способностей и талантов подрастающего поколения функционирует учреждение культуры. Для развития спортивного потенциала города открыты спортивные залы по самым различным спортивным дисциплинам. Формированием и укреплением среды трудно-жизненной ситуации и их правовой защищенности успешно занимаются наши реабилитационные центры и другие социальные службы. Пусть все наши дети растут в счастливых семьях, где царят доверие, добро, теплота и душевное отношение друг к другу. Я от всей души желаю вам солнечного летнего настроения, мира, уверенности в наших силах и успехов в делах. Еще раз поздравляю, счастливой дороги. Всем выступающим сегодня детям будут вручены похвальные грамоты от отдела по делам молодежи за подписью главы города Хасавюрт. Благодарим вас, желаем, ребята, вам всех благ. Ну, а я хочу пригласить сюда наших ведущих. Где же они?
Ну как же, не ходи, не быстро. Нам надо успеть на концерт. Мы же ведем с тобой его сегодня. А мы успели? Успели, девчонки, мы как раз успели. Ребята, я вам представляю наших сегодняшних ведущих. Веснушку и Конопушку. Здравствуйте. Привет, мальчишки и девчонки. Ну, а сейчас вы можете представить следующий номер. Перед вами, дорогие наши зрители, выступят воспитанники Дворца культуры «Спартак», хореографический ансамбль «Ритмы Кавказа», аварский танец. Встречайте бурными аплодисментами! Thank you.
Нагнись только, нагнись и иди. Помни, помни, синий, зеленый, разноцветный город зеленый, где стоят у неба слово горы на пути. Южный вечер, темный немножко, и мурлычет музыка кошка. Нам с тобой по лунной дорожке запросто пройти. Южный вечер, темный немножко, и мурлычет музыка кошка. Нам с тобой по лунной дорожке запросто пройти. Много лета, я здесь, ты где-то. Я здесь и где-то. Скажи, и встретимся мы вновь. Знаю, знаю, чувства растают, но за маем лето настанет. Ты про небо, берег и звезды песню напиши. Южный вечер, легкое платье, шелест полный, нежное счастье. С этим не спеши. Южный вечер, легкое платье, шелест полный, нежное счастье. С этим летом расставаться сразу не спеши. Много лета, и здесь ты где-то. Привет, далекий берегов. Много лета, и здесь ты где-то.
награждается победитель всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Литературный Дагестан» Молокаев Жанакай Мурадович, средняя школа номер 4. Награждается участник всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Литературный Дагестан». Награждается учащийся средняя школа номер 4 Мустапаева Нажабат. Также Нажабат награждается за участие и вторую степень международного творческого конкурса «Арт-копилка». И еще одна награда. Лауреат третьей степени международной творческой конкурс «Арт-копилка». Три награды одной учащейся. Давайте поаплодируем. Ну что вы жалеете своих ладоней? Молодцы. Вот у нас всегда в парке это были самые замечательные зрители. Каждого участника таким же образом надо приветствовать. Итак, награждается Магомедова Саида, учащаяся средняя школа номер 4. А учительница средняя школа номер 4. Победитель, она подготовила победителя всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Литературный Дагестан». Давайте поаплодируем ей. Вот благодаря труду таких педагогов появляются такие победители. Аплодисменты еще раз. И, конечно, фото на память. Сагиара,
Смотри, какое оно ласковое и доброе. Идем ко мне. Нет, я лучше под зонтом постою. Тогда я позову воспитанников детского сада Крепыш. А ну, ребятишки, все сюда, на площадку. Цыплята. Солнышко, солнышко, солнышко родное, солнышко, солнышко, ты всегда со мной. Я надо солнышко, только бы успеть, буду я для солнышка эту песню петь. Солнышко, солнышко, солнышко родное, солнышко, солнышко, ты всегда со мной. Солнышко, солнышко, солнышко родное, будем завтра, солнышко, снова мы с тобою. Чим на полю літа, любя люля, дюпарею мен. Мачим на полю літа, коджу еволю, селюля кисеньо. Попу ше мальонг, шеля, альфу рыбуси, вуке феномено. Жим на полю літа, et quand je donne ma langue au chat, je vois les outils. Tu passes, je dis si moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entre tout autour de moi, et l'oulité, moi Lolita. Moi tu m'appelles Lolita. Collégienne au bas, plus domitilienne. Moi tu m'appelles Lolita. Я усыпа, микуцо милелем, пути себушки дипа. Одна могу жить, звезда феномена, жить на пылью лита. Люту филю, замуди любяны, звезда на пути. Je t'ai sur moi, c'est pas ma faute.
Я жукаю.
как его проводить. И я не знаю, не нашла ни ведущих, ни призов. Ой, что же делать? Пираты! Там пираты! Что нам делать? Как что делать? Ой, бежать! Что хочешь, живи, как и я, ведь мы пираты. Йо-хо-хо-хо, круля-ля-ля, круля-ля-ля, круля, не тогнись, друзья. Делай, что хочешь, живи, как и я, ведь мы пираты. Ведь мы пираты. Карта сокровищ у нас, на ней сундук для нас. Сундук закрыт на замок, найдем его в срок. Сундук открываем мы, там алмазы, сапфиры. Да замок открыт, ура, и закричим ура. Куда мы попали? Что за не пираты кругом? Что они визжат-то так? Слабаки! Да-да, они слабаки. Да-да, вы же слабаки, да? Ну, тогда выходите. Будем силами мериться. Вы самые настоящие слабаки. Ну, тогда докажите нам. Готовы поиграть? Нам нужно 10 человек. А ну! Так, а ну! Ты! Или ты! Ты! Так, тихо, тихо! Что хочешь? Ты! Вот вы! Мы двое! И ты, красавица, и ты! И красавица! Неужели я это сказала? Встали на ту сторону! Да! Бегом! Какие они сладенькие! Мы посмотрим. Ну, вы примерно поняли правила игры, да? Эти слабаки против нашей суперкоманды пиратов. Да. Так, стоп. Вот, все, все. Так. Сколько нас уже хватит? Все, солнышко. Так. Раз, два, три. У нас есть команда из... Детей. Кстати, нет, что? А что мы будем делать с проигравшими? Приготовим их на ужин. Они слишком тощие, они невкусные. Нет, я знаю. Будут приседать на 100 миллионов раз. Будете? Да, будете, вы же проиграете. Раз, два, лучше быть, дам я вам ваши призы. Ну-ка, построились. Вернули мне мой фанат. Нам нечестно. А я туда. По одному. Встал. Ты. Так. Ну так уж и быть. Дам тебе мелки. Бегом. Пошел, Юнга. Так, бежать. Ну что, проиграли? Вот тебе приседайте. 100 миллионов раз. А мы, ребята, будем считать вместе. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пожалейте, пожалуйста! Нет, не надо! Какая ты злая девочка! Ну ничего, мы еще вернемся! Заберите наш сундук! Поехали!
кир-ча-ча, кир-ха-ха, кир-бумба, кир-ха-ха. Глаза так сверкают, как небе все. Банана мама болеет.
было, когда это было в детстве, а может во сне. Аист на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудился мне он и в странствиях дальних символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аиста вы. Люди, прошу я, потише, потише. Гнездо стоит тёмком, ночью и днём бережёт. Ну, а в том доме под крышей девчонка счастья так ждёт. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей и на земле. Люди, прошу я, потише, потише.
каждому балучику встал в тени веселый смех. Детвора не плакала, светит солнышко для всех, светит одинаково. Светит солнышко для всех, чтоб зелел веселый смех. Детвора не плакала. Светит солнышко для всех, чтоб зелел веселый смех. Светит одинаково. Светит солнышко для всех, чтоб зелел веселый смех. Детвора не плакала. Светит солнышко для всех, чтоб зелел веселый смех. Светит Используйте свое золотое детство как можно ярче и насыщенно, ведь оно к вам больше не вернется. Эх, жалко, что не придумали машину времени. Мы, старшие, с удовольствием покатались бы на качелях, сыграли бы салки. Эх, с праздником детства вас! В юном месяце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замело в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. От весеннику тюрьмы, и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше неба.
летят, летят. Как тебе сказать, что я люблю? С ветром за руку лучина ловлю. Хочешь, будешь спать, а я сплю. И так близко над звездой мечту свою дарю. Белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы. Что сейчас и куда бежать? Место неба раз с тобой полетать. Или хочешь, будешь спать, а я спою. И я буду над тобой, и тебе я присню. Дяди только играет, не разбейте детские мечты. Не уронится шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уронится шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Давайте дарить друг другу радугу и прибой. Капли дождя, снегопады, вьюгу, песни и любовь. Растите, дети, растите, пройдет столько лет, сколько зим. Вы взрослыми дядями станете, дети, не играйте шариком земным. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик.
скажет, да что. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Свободнее вот так и два шага вперед. Теперь ты сядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги. 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 Я танцую буги-буги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно приять и нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не бойка, не кадриль. Есть атомный, еще и скамбургский тройной. Попробуй научиться парить и заводной. Ты любишь буги-буги? 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 Ты танцуешь буги-буги каждый день. Мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги.
чтобы отомстить вам. Да-да, месть будет коварной, и вы будете танцевать до упаду. Ну, кто может танцевать лучше всех? А ну, нам нужно 5 мальчиков и 5 девочек. Кто с нами? Так. Те же самые дети не участвуют. Те же самые. Разошлись. Я сама выберу, я знаю, мне можно на вас кричать. Так. Солнышко, нет, уже участвовало столько детей. Это что? Так, назад. Раз. Одна принцесса. К ней кавалер, вот он. Второй кавалер, к нему эта принцесса. Да. Еще. Пара номер 2, пара номер 3, нет, сюда, сюда, пара номер 4, вот она, сладкая, маленькая, вкусная, пара, наверное. Так, пара номер, так, 5, вот, 5, а, ну ладно, 6-я пара, кто же, она и вот этот мальчик. Все, все, все. Остальные, а все остальные, простите, но я знаю, опираться ко мне можно. Так, все остальные. Вы к своим парам, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Много веселее, аплодисменты. Что это я должна за вас отдуваться? Ну-ну. Так, пары. Лицом, видите камеру, туда нужно улыбаться. Делать ему такие лица. Да. Молодцы. Господи, что это? Так. Иди-ка сюда. К ней. Ага. Вот ты. Мои пираты оболтусы стоят. Нет, 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 я его не выбрал, я его помню. Он у меня оборвал. Ну хорошо. Перетягивание каната. Где твоя принцесса? Иди-ка сюда. Давай. Джен. Господи, что же вы пропадаете-то? Вот. Итак, вы готовы танцевать? А эту маленькую принцессу мы возьмем себе. Я буду ее есть на своем корабле. На счет 3. Готовы? Раз. Ну, вы готовы? Да. Вот считаем. Раз. Два. Три. Смотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, он такой вот дает.
нас очаровали, мы вам подарим подарки, а потом мы вас покинем и уйдем. Итак, самая приятная часть – наши девочки. Пожалуйста, наши танцующие. Так, все ко мне. Смотрите, это сундук с подарками. Держи, солнышко. Вот. Итак, Милки, кто будет рисовать сегодня во дворе? Ты будешь рисовать сегодня во дворе мемом. Так, домик. Домик для прекрасной Милки. Так. А тебе нет, вот. Итак, нет, у нас еще один. Догадки. Добей соседок бабушек. Итак, все получили подарки. Повернулись сюда, видите вон ту камеру. И того парня, который там сидит. Помахали, дети. Вместе. Ага. Похлопали. Живее, а то я и вас съем. Хотя бы тощие и невкусные. Ну что, вам понравилось? По-моему, им больше понравилось. Ну ладно. Так. Мы еще вернемся когда-нибудь, а вы готовьте свои силы, окей? Ну все, дети, пока. Прощайте, ребятишки, мы еще вернемся. Все видно с толку. Бабушка, это же проще простого. Нитку втыкаешь ушкой и готово. Бабушка, это же проще простого. Нитку втыкаешь ушкой и готово. Золото, где мне ушко заприметить? Скоро 100 лет, как живу я на свете. Бабушка, ты посиди на три речки. Солнце здесь только как летом на речке. Бабушка, ты посиди на три речки. Солнце здесь только как летом на речке. Золотко, что же ты споришь со мною? Света здесь мало, как в саке зимою. 10 годочков тебе миновало. 10 десятков мне солнце сияло. 10 годочков тебе миновало. 10 десятков мне солнце сияло. Еще звони куда, ой, откуда столько солнышек тогда.
наше сердце поет. Не оденем мы военный мундир, дети выбирают мир. Один отстой. В фабрике я новой буду. Ага, стену подметать метлой. Я могу, как арбакайте, подскочить до потолка. Эй, девчонки, прекращайте, а мы не начали пока. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак на друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак нам друг без дружки. На себя бы посмотрела, а тебе какое дело? До тебя мне нету дела. Так чего ж тогда хотела? Это ты чего хотела? Я гляжу, тебя задела. Я вообще в углу сидела. Дружба дело непростое. Три подружки перебор. И куда идем мы трое, не обходится без ссор. Только главное не в этом, только главное в другом. Вместе мы зимой и летом, вот об этом и поем. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак нам друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак нам друг без дружки. Слова найти, когда дышать далеко. Просто
сестрою. Кто-то сидит и смотрит в окно. Я лечу вперед, прощайся, что не со мной. Когда мне небо дарит тепло, тоска улетает прочь из моря, солнце, песок. И нежный голос твой, а небо дарит тепло. Мне сложно слова найти, когда дышать так легко. Просто не смогу плыть по этой жизни, сердце задаю мечту, каждый новый день услышать, как тебя зовут. Когда мне небо дарит тепло, тоска улетает прочь из моря, солнце, песок. И нежный голос твой, а небо дарит тепло. Мне сложно слова найти, когда дальше так легко. Просто не смогу уйти я. Thank you.
очень понравилось перед вами выступать. Да-да, вы большие молодцы, дорогие наши зрители. А еще большие молодцы наши артисты. Я от лица большой, дружной команды талантливых ребятишек нашего города еще раз поздравляю вас с Днем защиты детей. Любите, цените и дружите друг с другом.